Всем добрый день, дамы и господа, с вами я, Мистер Судгер, и сегодня буду проходить Half-Life 2D, Codename Golden. Игра, которая включается, является частью сборника Orange Box 2D. Что ж, ладно, давайте пойдем на начало от Training Room. Управление тут на вас, жор пробел. Правда, вот не понимаю, почему вот этот вот Undername. Undefined. Да ладно, блин. Ну ладно, это и. Ну и это. О, тут даже сутки из оригинала. Да ладно, 40%. Да ну, ребят, господа. Тут вообще 30. Жалко. Я напоминаю, тут вроде как нельзя изменить уровень сложности, так что... О, тут, вот, видите, тут прям как в мультиплеере. А, тут просто можно, типа, поупражняться. О, ну я вот тут могу даже батарею взять. Ладно, все. Погодите, костюм, надо подзарядить костюмчик на 100%. Отлично. Отлично, все. Так. Ум сложная, средняя, глава первая, Доки. Нет, здесь я не могу. Леночки, хорошо. Ага, значит максимум всего-то 10 штук. Ладно. Это волоногие. О, отлично, пистолет. Чё ты говоришь? Я не понимаю тебя нифига. Ах ты, нет. Аккуратно, аккуратно.
перезарядочка. Так, ладно, хорошо. Я забрался с ними. А, нет. Какого фига? Они все за лес полезли. Какого фига? Это ж не Дэнди, блин. Ё-моё. Вот этого я, блин, не ожидал. Этого респауна. Дает никакие проблемы. Отлично. Взяли. А, все. Бонус тайм, хэв бонус, лайф бонус их 6. Ага. Ладно, глава вторая. Ангар. О, все, пошли комбайны. О. О, наши старые знакомые. English, do you speak it? Как чем вы говорите? Я не понимаю. Я не понимаю вообще, о чем они говорят. Очень за автомат спасибо. Отлично. Почему написал то, что именно я их убил, хотя это не и не я вовсе. Ты умный, блин. Фили, ты тут гранатами разбрызгиваешься. Отлично. Ладно, так, хорошо, разобрались. Идем дальше. Вот, блин, эти вот штуки. Так. Ауч. Что за это вот темноты? Нет, я-то думал, что их можно, не знаю, уничтожить. Пошел вон. Опа, какой-то скелет динозавра. Динозавра. Не знаю, может это отсылка или что-то. Я точно не уверен. Я там вижу жизнь.
Блин, Гленочка, это меня тут угостит, я шо. Ладно. О, наш старый знакомый. О, еще один наш знакомый. Клянер, если я не ошибаюсь. Да блин! Ладно, отлично, молодец. Дал мне горе пушку. Блин, так сложно было сделать озвучку на английском, а? Вместо вот этот вот. Undefined. Погоди. А я могу? Я могу вот этих вот? Нет. Так. А баталея-то крепкая довольно-таки. Так. Интересно. А я могу тебя перетащить в другую комнату, а? Класс! Классно! Я могу, по сути, с этой батареей всю игру пройти. При желании. Так. Окей, глава 3, пляж. Что так, перезарядка? Куда нам? Охренел гленами тут отбрасываться. Ай, надо вот хоть краба как-то выбить отсюда. Ладно. Ю 1 1 3 3 7. Это что, типа какая-то пасхалка, что ли, может быть? Я точно не знаю. Может, просто так? О. Нет, я не вижу. Я частично не видел. Ага. О, нефтевышки. О, тут вот только посолчанный замок. Блин, а? Ну извиняй, я не хотел в него стрелять. Тут вот тут какой-то судно тут на заднем фоне. Ладно, давайте открывайте врата. Блин, а?
Да, у нас сиганул, а? Блин, вниз. Ладно. Опять с нуля, да ну. Так, мне сюда. Зля таки решил вернуться. Тут есть добрый. Уж конец, потому что я тут вижу афаги. Да, это конец. О, мне. Ваше прощение, главы. Глава 4. Баги рейс. Гонка. О, босс батл. Почему я стреляю патронами, а не этими вот? Они гаусс пушкой. Почему я стою? Или это есть типа гаусс пушка? Да, такого экшена я не видел со времен Терминатора 2. А ведь там в игре было что-то подобное. Да, хотя нет, в первом Терминаторе на Дэнди там было нечто подобное, так же. И там-то вроде было в разы сложнее. Так, отлично. Отлично. Где-то треть осталось боссу ХП, а у Баги еще где-то полполовины прочности. Хорошо. Давай чуть-чуть есть. Стоп! А что это была за девчонка? Вот тут только что был ликвидированный баннер с девчонкой. Это кто вообще была? Глава 5, тюрьма. Погоди, это что, Новопроспект? О, ладно. Ну, логотип. Clear Vision. Хорошо. Окей. Да, похоже, мы уже прям уже штурмуем Новопроспект. Да ё-моё! Блин. Там же вроде в оригинале были эти... Муравьиные львы. Блин! Блин, нас... Ну, прыгнем в пропасть. С кем не бывает. О. Да ладно, блин, еще я не могу туда допрыгнуть. Вот, допрыгнул. Окей, это у нас типа турели. Вот такие типа турели.
И вновь ты, неушимая баталея. О, мы будем лазить по вентиляции. Ну, наконец-то, а! Наконец-то, блин, веселье пошло. Блин, а тут довольно сложно, тут сразу две тухели, и там еще какая-то фигня. Хоть и граната прямо в лицо. Так, перезарядка. Блин! Откуда? Ну ё-моё, блин, с самого начала, а? Ладно, пофиг на вентиляцию. Так, перезарядка. Ладно, похоже нам, наверное, все-таки лучше в дверь, в обход этих. Ауч. О, спасибо. Лично лечились, залегенились. Ну да, похоже, нам положат. Нам необходимо именно так выходить. Дети. Ой, а что там наверху, а? Ну-ка дайте-ка мне взобраться. ХТ, ВБ. Че это, что это вообще означает? Эх, 74. Блин, да это какой-то лабиринт. Ё-моё! Ух, ё-моё. Так, сложно валим. Так, из ВБ мы идем.
Ой-ой. Так. О, прачечная. О, и она работает, потому что тут что-то белье такие работают. Что тут все-таки идет работа. Давай. А стопы, а мне надо в дверь? Мне точно нужно вот эту дверь. Отлично. О, типа стелс. Бежим. Вот и все. Глава 6. Сити 17. Ага. Ну что ж, да, Сити 17. Я тут. Так. Ладно. Ага. Мне необходимо меня вот отсюда. Хорошо. Ладно, до подробного. На, получи. Хорошо, ладно. Так, я забиваю ли? Отлично. Ладно, идем дальше. Ну, туда граната, что ли, надо закинуть, что ли? Или что-то я не понимаю. Да, гранаты. Блин. О, чекпоинт. Ну ладно, хотя чекпоинт. Ну
А, так, отлично, я задеваю. Канализация. Чё того раба, а? Задолбали! Ей-богу! Ладно. Сейчас очередная канализация. О, Глена, Гленочки, хорошо. О, вентиль! Валф! Ха-ха! Скрытая типа пасхалочка. Отсылочка к разработчикам, к создателям оригинала. Так, посмотрим. У нас тут трое. И один чувак, который... гранатами тут раскидывается. Ладно, так, поломаем снова. Так, давай, давай, братан. Ладно, буду вас из пистолета гасить. О, тут, о. Кому-то удалось сходу сохранить. Вот, неплохо, неплохо. Жалко, что я туда не могу забраться. Выглядеть. Хорошо. Ну здравствуй, здравствуй. Давно не виделись. Что ты мне хочешь сказать? Господи, опять этот непонятный язык. Хоть бы тут нормальный субтитр, а не этот undefined. Окей. Так. Хм, это смахивает уже на босс батл. Ну чё, повоюем? Ну чё, девчонки? Черт, убил. Ладно, откуда начнем? О, прям по сути рядом с боссом, хорошо. Ладно. Ну чё, господа, файт. Thank you.
Блин, как жалко, что нет базуки. Базуки, а с базукой было бы намного было бы легче. О, отлично. Броня для костюма. Хорошо, броня мне поможет. Нашли мою броню. Нашли. Блин, ой, свинья. Дайте еще гренок. Гренки. Дайте срочно гренок. Гранат, точнее. Ну я хочу, ну их гренки в чем-то называют. Почему не знаю? Это не вопрос. Да блин! Так, призарядка. Отлично. Окей, ладно, это уже намного интереснее, чем вот эта вот гонка на баге. Интересно, будет ли еще боссы, а? Да ладно, блин, из пистолета его расстреливают. Найс. Опа. Портал. Не-не-не, сначала я полечусь, а потом, наверное, в портал войду. Ну ладно, я полечился, думаю, можно заходить. А не, может тут остаться. Если собрать достаточно амуниции, ну мало ли чё там будет. Заодно можно восполнить весь свой оставшийся, весь свой потерянный. Всё? Да ладно. Не, ну это прикольно. Так, гендизайн и деловина. Соник Ва Бисейден родился. Ну что можно сказать? Окей, ладно. Неплохо, забавно. В принципе, игра стоит для того, чтобы для того, чтобы хотя бы пару раз сыграть. А если вам понравилось, то можете поставить лайк, оставить свой комментарий, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие новые видео. Всем удачи, О, да, привет, Барни. Интересно, а тут будет? А, нет. Все. Ну что ж, всем счастливо, пока.